Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Аймбот, и это Трансформеры. Закаленные в бою, мы играем сегодня, а вернее открываем кристаллы. У нас появились новые кристаллы, новое обновление в игре, боевочку по сюжеточке немножко попозже. Возможно, также получим мы сегодня нового чемпиона, нового трансформера, да, читор, или как он там называется, читер, короче, поймаем читера, вот, и будет он у нас, да, в коллекции. Вот, возможно, поймаем, а возможно, просто заработаем вот за эти вот чипы, потому что выпадет куча нам хороших новых чемпионов, и, то есть, вернее, дубли на них, вот, ну и новых тоже, я надеюсь, и мы за дубли получим как раз вот эти чипы. И можем прикупить потом трехзвездочного нового вот этого читора. Не знаю, кто такой боец, не знаю, кто такой трансформер. Если ты это знаешь, пиши мне в комментариях. Будет очень интересно узнать о нем информацию. Откуда же он такой вот взялся, да, нарисовался. Потому что я его, честно, не помню. Хотя я довольно-таки был такой очень хороший поклонник вот мультсериала, помню, в свое время Трансформер, когда он только-только появился. Значит, он вот он. Вот он вот так вот выглядит. В принципе, можем купить один кристальчик. Давайте мы это все-таки сделаем. Купим один кристальчик и откроем его. Наверное, сразу же откроем, давайте, да. Чтобы начать, так уж начать, повезет, не повезет. И, в принципе, будем надеяться, скрестим там пальцы на руках, на ногах, кто как умеет, кто как может. И мы это дело вскроем, и сейчас получим, наверное, вот что-то хорошее, наверное, что-то отдельное. И будет сезон открытый, да, ловли хороших ботов. Но пока идет загрузка, я не знаю, почему она такая долгая, но она идет и не хочет нам отдавать наш кристальчик. Видать, он очень классный, шикарный. И вот он вот так вот выглядит. Ну, на самом деле, обычный кристалл, ничего такого. Давайте все-таки попробуем, посмотрим, что здесь крутится, что здесь мутится, и, возможно, что-нибудь намутится у нас. Куча проехала четырехзвездочных, вот опять куча проезжает четырехзвездочных, и да, конечно же, жди бот, нового бота, да. Получили мы 100 чипов. Невыгодно, да, получилось. Ну и опять же, осколочки на трехзвездочный кристальчик, что в принципе тоже не очень неплохо, но это дело такое не особо стоящее. Значит, что у нас дальше? Кристалл высшего бота. Да, давайте, наверное, по порядку все открывать. Я не знаю, не хочу я листать там далеко. Давайте все по порядку. Поэтому что-то хорошее, возможно, мы откроем даже сегодня в начале. Вот, не знаю, это хорошо ли это плохо. И вот я только нажал на кристалл. И что ты видишь, поехали у нас куча четырехзвездочных. Ну, здесь выдают нам трехзвездочного баррикета. Это, соответственно, дубль. А дубль это у нас 1000, по-моему. 1000 чипов. 1000 чипов есть. И у нас уже 1010. Давайте считать вместе. 1100, вернее, да. 1100. И, а нам надо 10 тысяч. Вот, значит, закрываем. 1100 плюс руда 13. Это очень хорошо. Очень хорошо, значит, премиум бота. Давайте тоже мы скроем, откроем премиум бота. У нас их 6, ты представляешь, 6. Вот тут, возможно, нам что-то и повезет, и будет интересно. Я долго буду стараться не крутить, потому что по мере возможности нажимать поскорее и получать вот такую вот фигню. Фигню в виде сайдсвайпа, да, в 2 звезды. Вот, против сайдсвайпа я ничего не имею против, но вот против 2 звезды это не очень. Значит, 1200, да, у нас считаем, вот там проехал вопрос. Не знаю, почему некоторые не загружаются у меня боты, пишите, у всех ли так, или только у меня. Ну вот, 3 звезды, это уже хорошо, гриндер, в 3 звезды это новый бот. Почему бы и нет, тоже хорошо, и мы, тем не менее, получаем еще на 4 звезды осколочки кристальчика, да, и это классно. Получать осколки на кристаллы. Здесь вот хорошо то, что ты получаешь бота, и ты в любом случае получаешь на него еще осколки, пускай это даже новый бот. Это круто. Значит, у нас что там, 1300, да, уже получается. Я могу сбиться. Ты считай. 1300 чипов. Вот, и это мы приближаемся к новому боту, да, мы можем его купить ранее, чем кто-то его может выбить. Так, стайпаешь. Ну ладно, хоть в 3 звезды, ладно. Но, блин, в 4 звезды я бы сейчас вообще не отказался поймать любого бота. Любого, какой бы выпал бы, я вообще был бы рад сейчас.
Но он проехал, значит, 2300, да, хорошо, 2300 уже, уже, смотри, мы открыли не так много кристаллов, а ну, слушай, 2300 чипов, это ж вау, просто круто, ребятки, 2300 это на дороге, так просто не валяется, так, понятно. Так, давай, 3-3-3 звезды, 3 звезды, смотри-ка, вот смотри, поперло, поперло в 3 звезды сегодня, прям, вау, просто крутое открытие, на самом деле, если еще выпадет 4 звезды, это просто офигенски будет. Ну, это было вот почти-почти было, вот рядышком 4 звезды, ну, вот как-то так вот. Вопросы 4-звездочные, летать не знаю, что это такое, и нет, нет, значит, 2400 у нас, да, получается, 2400, практически четверть мы получили чипов, четверть чипов получили, и, в принципе, возможно, мы даже насобираем на 3-звездочный еще кристалл. Вот, вот так вот у нас, да, даже 3-звездочные копятся кристаллы и 4-звездочные. И вот, 2-300, да, у нас будет. Хорошо, классно, классно, классно. Мне нравится, на самом деле. Нет, сейчас вот это вот все нравится. Значит, 3-звездочные, ты подкинь, у нас уже есть 3-звездочные 2 и 2-звездочные. Ну, мы это дело, наверное, оставим все-таки на чуть-чуть позже. Не стану я козырные такие пока что открывать. Давайте вот эти по 10 прям сразу с кнопочки откроем, посмотрим, что у нас здесь будет. Выпадает у нас вот такое всякое. Ну, тоже почему бы и нет, полезные, возможно, вещи. Открываем еще и открываем еще 10 штучек. Откроем 10 штучек. Что у нас здесь? 2 звезды бот. А 2 звезды бот это уже, в принципе, тоже хорошо. И еще один 2 звезды бот. И получается у нас... блин, закрылось. Ну, 2 звезды это 2 300, 2500, да, 2500 у нас. 2500 чипов. Ровно, вот сейчас вот четверть. 2500, да. Давайте кристаллы арены тоже вскроем. Их аж 86 штучек. Возможно, здесь мы просто получим кучу всего интересного. Кучу интересного. Кристалл арены вот такой огненный. Он классный. Но пока нам выпадает только золото. Энергончик в 21. Смотри-ка, смотри-ка. 21 энергончиков. Это неплохо. Блин, и все. Все, 21 и все. 67. 75, растем, растем, 90, хорошо, 90, хорошо, я куплю кристалл еще новый, если нам не будет хватать чуть-чуть до бота, но я думаю, нам хватит, поэтому я, наверное, все-таки на прокачку себя, на прокачку навыков эти оставлю энергончики. Так, вот здесь у нас еще есть 19 кристаллов, здесь тоже падают боты, давайте взглянем. Двухзвездочный, хорошо, хорошо, и один двухзвездочный, открываем еще, и что у нас, так, ты у нас уже был, и, ну, один, наверное, я не стал это делать, короче, 2600, грубо говоря, 2600 у нас, 2600, так. Да ладно, это я открою без вас. Давайте, наверное, все-таки начнем открывать с этих, а потом перейдем уже туда. Значит, открываем, крутим, крутим. Хотя, в принципе, можно здесь было не крутить тут все 2 звезды, и поэтому второй, наверное, я открою с кнопочки. Вот. Значит, выпадает нам такой вот бот, Bone Crusher, 2 звезды, соответственно. И у нас уже получается 2700, и будет еще плюс там 2800, сразу же считаем вот так. Потому что я думаю, что будет дубль. Будет дубль, 2800, да. Давайте 3-звездочных откроем с вами. 2 звезды, ой, 3 звезды, что у нас здесь? Да я уж коснулся. Так, 3 звезды, что у нас будет здесь? Баррикейд, да? Да, баррикейд. Плюс 1000. 3800, да я уже не помню. Ну, где-то так примерно 3800. И еще и один дубль, это будет 4800, наверное. И это уже практически половина. Практически половина. Так, кто у нас здесь? Миксмастер? Да, миксмастер выпал дубль на миксмастера, а у меня его не было. И это хорошо на самом деле, потому что он мне прокачан на фул, а дубля на него не было. Так, хорошо, мне нравится на самом деле.
Вот, значит, такие боты закрываем. Пойдет, ребятки, пойдет. Я вообще прям сегодня рад и счастлив, что у меня все так складывается. Значит, 4800, да, мы считали 4800, вроде бы так, 2 звезды у нас имеются, 3 звезды тоже 2 имеются, а вот 4 звездочных у нас не хватает. Значит, 5 звездочных у нас вообще там мимо куда-то, и давайте, наверное, откроем вот такого еще. Вот таких вот купим еще кристальчики, и будем их сейчас мы скрывать. Скрывать мы будем их и получать еще интересных новых ботов. 12 кристаллов, поехали. Поехали еще 12 кристаллов. У нас что здесь будет падать? Давайте же смотреть. Давайте смотреть. Давай 3 звезды хотя бы. Отлично. Мотомастер у нас новый боец в 3 звезды. Насколько я знаю, это хороший боец, и я счастлив, что он не выпал хотя бы в 3. Вот. Кристальчики, то есть чипы мы не получили. Вот сейчас, походу, мы их получим. 4900 это у нас будет уже. Я могу ошибиться, ребятки, я могу ошибиться, поэтому как-то так вот. Надо записывать, сидеть, записывать. Вот, так, куча 4-звездочных, прям вот просто валом. 5 вот проехало 4 звезды, и здесь нам выпадает 2 звезды, соответственно. 5000, ровно 5000, это уже не шутки, половина, ребятки, есть. Половина есть, я думаю, мы вытянем, по-любому мы должны вытянуть, потому что мы просто молодчик, мы просто офигенские пацаны, офигенские там девчата, если кто-то смотрит из девчат. Вот, если кто-то смотрит из девчат, пишите, потому что мне кажется, в основном все смотрят пацаны это видео. Вот, плюс 1000, 6000, окей, хорошо, мегатрончик, дубль, по-моему, открылся на него тоже, я не посмотрел. Класс, мне нравится, мне просто, ребятки, нравится. Куча 3-звездочных нам падает, просто офигенская куча 3-звездочных. И это, блин, не может не радовать, ребята, это не может не радовать. Либо повысили дроп, либо мне просто сегодня везет. Пишите, везет ли мне или на самом деле стало так все классно падать. Вот с 4-звездочными, конечно, блин, ну немножко не то, не то, блин, ребята, не то. Ладно, что там, 6, да, было, 6-100. Вот, хорошо, пойдет, насобираем мы еще на 3 звезды, возможно, даже на 4 звезды сегодня насобираем кристаллы, и будет это круто, если на 4 звезды у нас все-таки получится насобирать. Да что ж ты какие-то вопросики выдаешь мне? Хорошо. Ну, мало, я постараюсь сейчас про себя считать, чтобы не надоедать тебе этим счетом, ну, и когда он закончится, я скажу, да, получилось, мы собрали. Вот, ну, пока это не та была команда, не та команда, опять вопросов куча пролетает, 4-звездочный Гальвыч, блин, 4 звезды пролетел, да что ж такое, на 2 звезды, все, на 2 звезды нас теперь скидывают, нас 2 звезды, ребятки, ну... Не очень, 2 звезды не очень, я хотел бы все-таки 4-звездочный кристалл насобирать, вот было бы круто бы, было просто офигенно бы, вот. Давай, коснись экрана, касаюсь экрана, давай, все 3 звезды пролетели, вообще, все 3-звездочные, вопросик, интересно, если выпадает 4 звезды, вопросик, что это там, что там такое было бы, блин, могу сбиться, ладно, пойдет. Если даже собьюсь на немножко, это ничего страшного. По чипам, соответственно, по чипам, а не почему-то другому. Так, опять, да что ж ты будешь делать? Ну давай дальше, на 3 звезды. Ну что ты, все, 2-звездочный. Только я сказал, что мне везет, и ты смотри, какая лажа. Просто лажа пошла какая-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Зачем я это говорил? Фу мне. Больше не говори такие слова. Что у нас? Да у нас всего на 5, 3, 4 звезды пролетели. Блин, да что ж ты будешь делать-то? Не везет мне теперь, не везет, представляешь? Не везет. Ах ты какая ж. Нам немножечко надо, всего немножечко, чтобы выпало 3-звездочных, дубли, да, и мы насобираем чипов. Что зависла эта игра?
вообще игра зависла, пики. Блин, вот смотри, опять тут какие-то вопросы поделили. Стоп! Да не здесь стоп. Я понимаю, что ты здесь стоп с удовольствием сделаешь. О, какой ты бомбящий, Мираж. Какая ты просто Мираж бомбящий. Давайте, давайте. Ну, последний кристальчик. Давайте нам... О, вопросов-то сколько было. Блин, ну чё ты так-то? Бладжин, блин. Бладжин, ну зачем? Дальше надо, дальше крутить. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно, мы это все дело посмотрели. Вот вам, смотрите, что нам выпало. Не так много. Не так много. Ну, то есть два всего, получается, три звезды выпало. Ну, куча руды 13, и это будем улучшаться, будем качаться, будем классно, будет у нас все хорошо. А, значит, что у нас есть еще? Давайте вот здесь вот взглянем. А, взглянем. Давайте вот это тоже откроем. Один есть, да? Блин, он классный. Он вообще офигенский. Кристалл. Мне нравится. А мне нравится. А мне нравится. А что нам даст? Что он нам даст? Осколочки. Осколочки он нам дал. И у нас что-нибудь с это соберется с этого, нет? Нет, ничего не собралось. Ничегошеньки не собралось. Ладно. Ладно. Три кристалла осталось. Блин. Нет, не насобираем мы уже никаким образом четырехзвездочную. Ну что, кто-то меня подставил. Кто-то меня подставил. Мы так и можем не насобирать, ты прикинь, даже на чипов в этот раз. Можем не насобирать чипов. Так, это две звезды же, да? Ну, давайте откроем так. Две звезды, хорошо. Дубль, соответственно, чипы. Кристалл. Хо-хо-хо-хо. Вот это неплохо, на самом деле. Вот это было неплохо. Кристалл нам собрался. Хотя бы так. Хотя бы так, это уже неплохо. А два кристалла трехзвездочных у нас. Да, у нас он был. Че он собрался-то? Что меня обманывает игра? Что меня обманывает игра? Ничего тут не собралось. 5300. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Че они там собрали? Наоборот, не хватает чуть-чуть. 7 ботов надо еще, чтобы еще один собрать. Двухзвездочных. У меня нет столько кристаллов. 7. Так, 3 звезды, хорошо. Выпади вопросик, я хотя бы пойму, что это такое. Нет, вопросик не падает. Падает вот, вот этот гримлок, да. Но это дубль. Это дубль. Дубль. Не так немножко прям вообще не будет хватать. На самом деле чипов я еще, конечно, посмотрю. Ну, мне кажется, прям вообще чуть-чуть. Вообще чуть-чуть. Так, ты у нас. А это у нас новый, ты прикинь. И это у нас даже не дубль. Это... Ну, новый это хорошо, на самом деле. Но у меня немножко нет. Перспектива не радует того, что мы вообще никак не можем насобирать ничего. Ничего мы не можем насобирать, ты представляешь? Эх, была не была. Давайте попробуем все-таки. А вдруг повезет? Вдруг выпадет как раз вот он в 3 звезды. А может в 4. Прикинь, в 4 выпадет. Прикинь, если он выпадет в 4, это же будет... Ну, я не знаю, не знаю. Может, давайте я оставим прям вот все как есть. Я убрал вот руки, я не нажимал. Я не нажимал. А лучше бы, наверное, нажал. А может, в принципе, разницы бы, наверное, и не было. Все было предрешено. Нет. Нет, 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 нет. Значит, закрываем. Что у нас? Что у нас? Сколько же не хватает-то у нас? Здесь посмотрим по кристаллам. Да, вот эти вот всякие такие. Это я открою без вас. Это неинтересно. Альянс. Это тоже неинтересно. Так, давай, листайся. Листайся, листайся, листайся. Я ничего не вижу, если честно. Чтоб можно было еще открыть и получить где-то хотя бы каких-то ботов. Потому что, ну, нигде ничего не вырисовывается. Вот. Давайте все-таки отправимся в магазин, поймем, сколько не хватает. По-моему, мне не хватает что-то 1500, что ли, или типа того. Магазин. Магазин. Да, не горит, что его можно купить. 1900 не хватает. 1900 не хватает.
Это прям два трехзвездочных. Вот в конце подкачало и все, вот мне надо было не говорить, что везет. Блин, 1900, а здесь у меня чего не хватает? У меня здесь тоже вот чуть-чуть не хватает прям. А здесь 4800 не хватает, чтобы дубль открыть. Блин, ну и фигня какая-то. И купить-то нечего. Так, двухзвездочный. Двухзвездочный мне ничего не даст. Был бы какой-нибудь обычный кристалл. Две звезды Шахтикон, это неинтересно ни капельки. Может где-то еще какие-то осколочки сейчас дадут, сейчас выйдем, может какие-то квестики повыполнялись, я не знаю. Ну, по крайней мере, премиум ботов 3 звезды, где же ты раньше-то был? У меня нет столько все равно энергонов, у меня есть 43, а 400 у меня нету. Два квеста выполнилось каких-то, и посмотрим, что мы можем получить. Получаем вот такие вот ништякосы. И достижения какие-то сработали у нас еще. Ладушки, ну четвертый вывачок нам далеко до четырехзвездочного. Полквестал у нас, наверное. Вряд ли что-то осколочки добавились. Да, ничегошеньки у нас нету, и, по-моему, ничего не изменилось. Вот такое было открытие, ребятки. Ни чуть-чуть не дотянули, обидно, конечно. Ну, в принципе, неплохо, нам все равно надавало трехзвездочных, поэтому грех жаловаться. Я рассчитывал, что будет гораздо все хуже. Вот. Ну, в последний момент я думал, что мы вытянем. Все-таки надежда теплилась. Нет, маленько не дотянули. Значит, вот такое было видео, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам везет в этой игре, также делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал и кликайте на колокольчик. Всем пока, ребятушки!